российского парламента, ну и представители органов власти других регионов, бизнес-структур. Работа ведется в двух направлениях – проработка возможных перспектив сотрудничества и обсуждение уже реализованных проектов. Положительная инвестиционная история региона – лучшее доказательство деловой состоятельности. У Чувашии немало партнеров, которые могут это подтвердить. Чуваш, у нас очень хороший, колоссальный пример позитивного сотрудничества. Мы сотрудничаем не только на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, но также и работаем в рамках вот созданного год назад буквально производственного кластера. Это инновационный кластер, который занимается развитием электротехнической продукции, реализуя задачи импортозамещения. Мы уже на практике видим то, что компании «Российские сети» сотрудничают с 20 предприятиями Республики Чувашия по производству и закупке такого оборудования. Последние годы активно развивается сотрудничество с авиаперевозчиками. После многих лет простоя аэропорт Чебоксары начал принимать и международные, и внутренние рейсы. Скоро их станет еще больше. Очень удобное время для жителей Чувашии, для прибытия в столицу. В 7:30 по чебоксарскому времени самолет вылетает в Москву, прилетает в самый ближайший аэропорт в Москве, где 30 минут и вы в центре города. И после проведения рабочего дня в Москве можно вернуться к семье в Чебоксары. Вечером в 21 час вылет из Москвы. И в 10 часов 30 минут вы уже будете в Чебоксарах. Регион занимает стабильные позиции в инвестиционном рейтинге субъектов России. Инвесторам оказывается максимальная поддержка. Принцип одного окна при оформлении документов, налоговые льготы, компенсация, освобождение от арендной платы. Мы понимаем, что привлечение инвесторов – это большая и сложная работа. Главное, что мы делаем сегодня, создаем атмосферу открытости и честности, законную систему защиты бизнеса. На интересы инвесторов работает не один десяток инвестиционных законов и нормативных правовых актов республики. Привлечение инвесторов – это большая и сложная работа. Необходимо создать атмосферу открытости и честности, законную систему защиты бизнеса. Госсовет Чувашии, как законодательный орган, понимает важность создания благоприятной правовой базы для развития бизнеса в республике, отметил спикер Юрий Попов. К другим темам. Нарушения в сфере экологии караются строго. Недавно в этом убедились и предприниматели из Канашского района. Их незаконную деятельность приостановили инспекторы Республиканского управления Россельхознадзора. Материалы дела изучил мой коллега Дмитрий Ковалев. Раньше этот участок вблизи деревни Новое Урюмово считался плодородным. Но теперь сельхозкультуры здесь вырастить будет невозможно. Это подтвердили специалисты, которые недавно провели осмотр земель. На протяжении 2 месяцев их арендовало одно из районных обществ. После его работы здесь словно прошелся мамай. Плодородный слой почвы лежит на дне карьера, хотя по правилам его было необходимо складировать в отвалах. Верхний плодородный слой, он образовывался на данном участке в течение многих тысячелетий. И мы, сдирая техникой или лопатой, или каким-то другим инструментом, наносим очень существенный вред данному земельному участку. Поскольку верхний плодородный слой – это основная часть земли, которая питает растения и служит для выращивания сельскохозяйственных культур. Во время проверки инспекторы выяснили, что лицензию на добычу полезных ископаемых общество не получило. Надлежащим образом не были оформлены и права на земельный участок. Получается, что к работе предприниматели приступили самовольно. На них наложили крупные штрафы. Общество с ограниченной ответственностью было привлечено по 2 статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, значит, обществу будет предъявлен иск на сумму 500 000 рублей за нанесение вреда данному земельному участку. Но только штрафами дело не ограничится. На данном участке нарушителям будет необходимо провести и рекультивацию земель. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. 17 мая отмечается Международный день детского телефона доверия, который призван привлечь внимание широкой общественности к проблемам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нашей республике телефон работает с 2010 года. На номер 8 800 2122 может позвонить любой человек, ребенок или взрослый, который столкнулся с проблемами в жизни. Вот если взять 2014 год, за 2014 год на этот телефон поступило более 24 тысяч, около 25 тысяч звонков. Более 70% звонящих – это дети, преимущественно подросткового возраста.
Но остальные 30% – это родители, родители с детьми. Очень приятно, я считаю, и очень хорошо, когда по возникшему непониманию родители с детьми вместе консультируются со специалистом, как себя вести в таком случае, как выйти из этой ситуации, тем более если возникла конфликтная ситуация. Номер телефона 8 800 2122 два. На этот телефон можно позвонить и со стационарного телефона, и с мобильного телефона. Я считаю, не надо ждать осложнения различных возникших проблем, как несовершеннолетним, которые иногда не могут поделиться своими проблемами с ровесниками или с родителями, с учителями, так и взрослым, если возникли проблемы во взаимоотношениях с детьми. Нужно советоваться со специалистами, которые дадут правильные, квалифицированные варианты выхода из возникшей ситуации, советы правильные дадут. Продолжается строительство этноэкологического комплекса «Ясно». Он станет одной из составляющих масштабного туркластера «Этническая Чуваша». Минкультура республики провело выездное совещание по вопросам реализации этого проекта. Вся древняя Чувашия в одном месте. Такая амбициозная задача стоит перед создателями этноэкологического комплекса. Работы по его строительству были начаты в прошлом году. И уже есть первые результаты. Построены 4 гостевых двора, в них все соответствует древним поселениям чувашского народа. В планах создать целую этническую деревню, где с максимальной точностью будут отражены образ жизни, быт и обычаи чувашей. Планируем заниматься также и сельским хозяйством, производить экологически чистую продукцию, с тем, чтобы кормить туристов и, может быть, производить и на продажу, с тем, чтобы пропагандировать лучшие образцы того, чем питались наши предки. Лечебный центр, где будут воссозданы методы традиционной медицины. Центр творчества, где туристы смогут ознакомиться с культурой и фольклором чувашского народа. Все это появится в комплексе в ближайшие годы. А сейчас поселению уже завели живность и занимаются производством молока и сыра. Весьма интенсивно идет прокладка инженерных сетей. Сами коммуникации, я думаю, уже будут закончены в этом году. А объекты капитального сооружения, вы тоже видите, сегодня они строятся постепенно, поэтапно. К 2018 году, я думаю, на полную проектную мощность экопоселение должно выйти. Не забывать свои корни, национальную культуру и обычаи. Поделиться историей предков с другими жителями России. По словам авторов проекта, это главная цель создания этноэкологического комплекса. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Республика. В Цивильске перед судом предстанет полицейский, который нарушил правила дорожного движения и по неосторожности нанес тяжкий вред здоровью человека. На днях завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего сотрудника полиции из Санкт-Петербурга. По версии следствия, вечером 16 декабря прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем Kia Ceed, исследуя на нем по проезжей части улицы Иванова в городе Цивильске без учета дорожных и метеорологических условий, в частности темного времени суток, дождливой погоды, плохой видимости в направлении движения и влажного покрытия дороги, не проявил должной бдительности и внимательности и совершил наезд на 57-летнего местного жителя, переходившего дорогу. В результате ДТП потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма в форме ушиба головного мозга, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание, которое может получить нарушитель – лишение свободы на 2 года с изъятием прав на управление транспортным средством сроком до 3 лет. Музеи Чебоксара живут после заката, почти как в известной комедии. В субботу, 16 мая, по всему миру пройдет акция «Ночь музеев». Горожан ждет насыщенная программа с 18 до 22 часов. Главная тема этой акции приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы за Родину пали, но она спасена. В Чувашском национальном музее можно будет принять участие в квесте «Идем в разведку», посмотреть фильмы о войне и попробовать солдатскую кашу. Клуб исторической реконструкции «Русские егеры» развернет настоящее боевое действие. В Музее истории трактора научное представление устроит профессор Николя, а также горожане смогут прокатиться на тележке трактора. Свои двери откроет и Центр противопожарной пропаганды. Здесь посетители познакомятся с экспозициями современного противопожарного оборудования и эвакуации людей во время пожара.
Все желающие смогут начать грядущие выходные с велосипедной прогулки. Маршрут массового велопробега, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет от улицы Николаева до Певческого поля. Во время мероприятия будет перекрыто движение транспорта. С 9.30 до 11.00 автомобили не смогут проехать по проспекту Ленина. Улицам Карла Маркса, композиторов Воробьева, Ярославская, дамбе Чебоксарского залива, исторической набережной и Красной площади. Объезд будет организован по улицам Энгельса, Ярославская и Президентскому бульвару. Остановки для автобусов городских маршрутов на этот период разместятся на улицах Энгельса и Ярославская. Гимназия номер 2, медсанчасть МВД, фирма «Питание». А вечером в субботу Национальное телевидение Чувашии предлагает своим зрителям еще раз посмотреть видеотрансляцию празднования 70-летия Великой Победы. Смотрите в субботу в 9 утра, повтор праздничных мероприятий. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске в 20.00, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.